Қайырлы кеш, құрметті әріптестер! Адам құқығы жөніндегі бюроның кезекті баспасөз мәжілісіне қош келдіңіздер. Бүгін бізде спикер, бизнесмен, меценат барлық мен... Соңғы бірнеше күнде бұрын барлық Меңдіғазиевке тиесілі болған КСС компаниясында ОМОН-ның тінту жүргізіп, барлық Меңдіғазиевтің Ақсай қаласындағы үйіне тінту жүргізілгені белгілі болды. Бүгінгі пресс-конференция сол жағдайға және ол жағдайдың барлық Меңдіғазиевтің азаматтық позициясына байланысты болуына қатысты болады. Добрый вечер, уважаемые коллеги. У нас в бюро очередная пресс-конференция. Сегодня она посвящена атаки бизнесмену, атака на компанию, на бывшую компанию бизнесмена известного и мецената Барлыка Меңдіғазиева. У нас спикер сегодня Барлык Меңдіғазиев. Я напомню, последние несколько дней ОМОН буквально штурмует офис KSS Building, компании, которую Барлык Меңдіғазиев в 2016 году подарил своему коллективу. Барлык Меңдіғазиев с нами. Мы вам даем слово. Подробно расскажите нам, что происходит, какая вообще последняя ситуация. И особенно от вас была тревожная информация по вашим родственникам. Если у вас будут вопросы, можете задавать в комментариях под этим эфиром. Мы будем смотреть и задавать нашему спикеру. Угу. Барлыға, вам слово. Спасибо, Инга, да, за возможность выступить вот в прямом эфире на площадке Бюро по правам человека. Привет всем моим друзьям, привет нашим соотечественникам, так как я нахожусь далеко от нашей страны, за границей. Честно сказать, ожидал, что действия режима, они все предсказуемы. То, что у нас сегодня происходит по всей стране, я считаю, что это... Именно авторитарный режим Назарбаева, Токаева организовали по всей стране вот такого плана репрессии. И вы вначале назвали нашу тему нашего этого прямого эфира, интервью, пресс-конференции, атака на бизнес-структуры. Я бы сказал, что это не атака на бизнес-структуры, это атака на свободомыслящих граждан Казахстана, это атака на свободу, это атака на свободу слова, на свободную мысль, на гражданское право, на человеческие права. И я, конечно, ждал, что режим у нас коварный, и они сделают... будут что-то предпринимать, но я не знал, не ожидал, честно скажу, что они ударят именно по тем людям, которых ты больше всех любишь. Это по моим родственникам, по моим коллегам, по моим друзьям. И, конечно, это иезуитские такие методы нашего режима. По-другому я не могу назвать нашу власть властью. Потому что это диктаторский режим, который сегодня у нас по всей стране культивируется. И это уже культивируется 30 лет. Поэтому любое инакомыслие, любая свобода слова, любая свободная мысль, она наказуема, к сожалению, в нашей стране. И потому вся эта история... с моей компанией, КСС когда-то была моей компанией, которую я передал в 2016 году своему коллективу. Это была одна из причин того, что я вышел из бизнеса, потому что бизнес, находясь в бизнесе и быть свободомыслящим человеком, это очень практически невозможно, трудно. Но как быть, когда ты не можешь, когда у тебя внутренняя конституция свободная, и ты не соглашаешься с
действиями нашего режима не соглашается, когда бьют наших молодых парней, наших молодых девчонок. Ты не соглашаешься с тем, когда бьют и заталкивают в автозеки наших пожилых женщин и мужчин, и даже маленьких детей. Вот. Режим прессует и запугивает. То есть какая-то идет страна, катится куда-то к какому-то непонятно, вот к стандартам Северной Кореи. И это меня лично, как гражданина Казахстана, меня это возмущает. И я поэтому не могу молчать, и я не буду молчать об этом, потому что мы мыслящие люди. И режим пытается скультивировать из нас манкуртов, скультивировать из нас ну, каких-то, не знаю, послушных, да, вот, как роботов, не знаю. Но нет, мы люди, у нас есть сердца, у нас есть разум, и у нас есть языки, которые мы можем говорить, у нас есть мысль, которую мы хотим поделиться с нашим обществом, которую мы желаем нашему обществу. И поэтому то вот это мракобесие, которое идет в нашей стране, мне просто оскорбляет как гражданина Казахстана. Я же не говорю, что я там представитель бизнеса, да. Но это просто как гражданина. Неважно, ты бизнесмен, журналист или обычный человек. То есть то, что вытворяет наш вот токаевский, назарбаевский режим, вот это меня возмущает, и я протестую против этого. И поэтому я смело высказываюсь. Более того, я не просто высказываюсь, я, как вы знаете, я помогаю гражданским активистам, которые борются за наши с вами гражданские права. Это люди, которые идут, я так считаю, всегда считаю, что это люди на передовой, и они защищают права бизнесменов, права журналистов, права детей, права пожилых людей. И мы не можем их оставлять, никто их не может сегодня относиться, как бы игнорировать такие вещи или как бы не замечать эти вещи. Я считаю, что сегодня это уже ты становишься соучастником как бы вот этого преступления, которое совершает назарбаевский, токаевский режим. И я не хочу быть с ними вместе. И я говорю, что мне лично с ними не по пути. И поэтому я всегда призываю наших граждан, я всегда призываю людей из бизнеса, так как я человек бизнеса, участвовать, помогайте нашим соотечественникам, потому что когда не будет свободы, не будет и бизнеса. А когда не будет политической свободы, политической конкуренции, не будет и конкуренции в бизнесе, не будет и конкуренции в экономике, то есть, соответственно, экономики не будет. То есть сегодня мы должны все заниматься политикой. Я до сегодняшнего дня никогда не занимался политикой, но я все больше и больше начинаю как бы осмыслять то, что я уже в политике. И как бы я ни хотел, вот, но тем не менее я уже оказался в политике, и поэтому я как бы говорю всем нашим гражданам, неважно, к какому они относятся, к социальному как бы прослойке, уровню, мы все должны за сегодня заниматься политикой. Потому что такое политика? Политика – это значит наши права, это значит наши достойные пенсии, это достойное образование, достойная медицина. Вот. Вот это и есть. Мы должны за это бороться, мы должны об этом говорить. И я об этом всегда говорил. Я считаю, что именно главные причины вот, атаки вот, на моих клиентов, как бы на моих коллег и клиентов тоже, вот, и на моих друзей, на моих родственников, это именно связано с тем, что я активно участвую вот, в правозащитной деятельности, в общественной жизни, в благотворительных акциях. Поэтому для меня это совершенно очевидно. И это для многих очевидно, потому что у нас уже сегодня в Казахстане ну, вот, репрессированных граждан идут на сотни. Это идут массовые репрессии, которые учиняют КНБ во главе с Масимом, во главе с Саматом Амбишем. Это их солдаты. Солдаты этого режима, режима токаевского, назарбаевского. Поэтому я написал своим посте, я обращаюсь к ним. Прекратите относиться так к своим гражданам. Прекратите относиться к своей стране. Прекратите грабить свою страну. Прекратите убивать по политическим мотивам. Мы знаем много свидетельств, которые не расследуются сегодня, начиная с Жана Узеня и со смертью Дулата. И я, как гражданин своей страны, мне это оскорбляет. И я не буду об этом молчать. Более того,
Если вы знаете, я учредил правозащитный фонд, он так и называется, Freedom Kazakhstan. Я учредил его в Соединенных Штатах. Главная цель и вот идея этого фонда, это как раз-таки помогать гражданским активистам, которые попали под репрессии, это помогать политическим заключениям, их семьям. Но еще одна самая главная задача, и это как раз-таки вот, мы должны привлечь к международным, судам, ответственности на международных судах именно тех чиновников, которые нарушают гражданские права, человеческие права в Казахстане. Но вы же знаете, суды, вот эти все правоохранительные органы, они стали практически как бандиты в масках. А суды, это как бы Назарбаевские судилища превратили, там невозможно найти какую-то справедливость и как бы, да, какой-то закон. Нету там, невозможно. Поэтому единственное, и поэтому они 30 лет так здравствуют и размножаются, становятся все больше и больше, они превращаются уже в монстров. И поэтому здравомыслящий человек, допустим, я как здравомыслящий человек, я думаю, а как же интересно с этим режимом бороться? На улицу, на митинги нельзя выходить, протесты нельзя делать, все запрещается. Если ты вышел даже на разрешенный митинг, как это было 31 октября, ну какой разрешенный, если в ночь перед митингом арестовывают гражданских активистов и устраивают во время митингов провокации. Почему я это знаю? Потому что я тоже входил в этот оргкомитет по организации этого митинга. И вот это, конечно, режиму это не нравится. Режим, естественно, боится. Он что боится? Он боится огласности на международной арене. И поэтому я знаю слабое место режима. И я учредил этот фонд, и который уже он работает, этот фонд. Он сотрудничает с фондами, правозащитными фондами в Соединенных Штатах. Он, этот фонд сотрудничает с международными, с европейскими правозащитными фондами. Поэтому и они об этом прекрасно знают, и это ГБшная система, они все это прекрасно знают, и я об этом не скрываю, я об этом публично говорю, вот, и поэтому, естественно, они не могут нанести удар по мне лично, они наносят по людям, которых ты сильно больше всех на свете любишь, и это подло, конечно, это показывает, что, как пример в Белоруссии, потому что белорусский режим и режим казахский, они как два сапога пара. Это совершенно, вот. И вот вчера они продемонстрировали, как раз бросили ОМОН, КНБшников, вот, людей в этих, это, я их называю, это преступники вот, в масках, в черных, как террористы, напали, захватили и удерживали вот, заложников. И эти заложники как раз только для того, чтобы это послать месседж мне, что смотри, вот мы вот так делаем, и нам наплевать на все законы, и мы будем мочить всех. Кто с тобой будет работать, кто с тобой будет находиться рядом, мы запугаем ваших клиентов, с кем вы работаете. Я это воспринимаю именно так. Тут вопрос. Вы слышите, да, меня? Да, слышу. Ага. Ага. Тут вопрос, что вы будете делать, если закроют ваше предприятие? Я бы хотела напомнить, что предприятие уже не ваше. Вы в 2016 году KSS Building подарили своим сотрудникам. Но вы можете ответить на вопрос, что будет дальше с KSS Building? Вы вообще с ними на связи? И как дальше будут обстоять дела? Да, вы правильно сказали, Инга, да, эта компания не принадлежит мне, эта компания принадлежит 120 учредителям, это все работники компании КСС. Эта компания очень динамично развивается, очень хорошо себя зарекомендовала на таких трех проектах, как Карачанак, Тенгиз, Кашиганский проект. Это очень серьезная компания и имеет серьезные контракты. Поэтому они, естественно, это знают об этом, и они наносят удар туда для того, чтобы, да, потому что компания КСС – это как бы маленький независимый островок в таком вот большой красной зоне под названием Казахстан, в которую превратил режим Назарбаева с Токаевым, да. И поэтому вот этот независимый островок благополучности им не нравится, они не хотят этого. И они всячески делают. Я поэтому говорил еще 10 лет назад об этом говорил. Да, человек, который когда-то сказал, пошел против власти, он всегда будет сидеть у них в их черном, да, вот этом списке.
И поэтому вот это одна из причин, почему я вышел из этого бизнеса, для того, чтобы не мешать, как бы, да, коллегам, не мешать, чтобы компания, это как ребенок, который я вот вырастил и передал их, и чтобы все-таки компания работала, чтобы люди, эти 120 человек, а к этим 120 человекам можно прибавить еще 200 человек, которые там так или иначе работают с компанией KSS, чтобы они имели работу, чтобы они могли платить за свой, вот, за свои, как бы, кредиты, да, за свои дома, оплачивали, я не знаю, обучение своим детям, не знаю, у них была возможность какую-то получать нормально вот, услуги здравоохранения. Это удар не по мне, потому что я состоялся уже давно как бизнесмен, и я поэтому уже нахожусь далеко от Казахстана. И я благополучно живу, у меня достаточно денег, которых я накопил за свои 30 лет в бизнесе. Поэтому мне будет жалко, если они уничтожат компанию KSS, что они это целенаправленно и систематично это делают. Мне просто будет жалко тех ребят, которые, вот, девчат, которые работают в этой компании, преданно работают, хорошо работают. Это, еще раз говорю, это не мои слова, это слова наших клиентов. И они, даже несмотря на такие прессинги, давления, они все равно работают с компанией KSS, потому что компания KSS – это надежный партнер, надежный подрядчик, очень высокие стандарты, вот, безопасности, высокие стандарты качества. Вот, поэтому они... вот до сих пор как бы работает, и компания очень хорошо вот, развивается, и, соответственно, люди, которые там работают, они уверены в том, что у них будет завтра они не будут думать о том, на какие деньги они, как бы, растить своих детей. Вот, поэтому я не пропаду, я человек, все, что есть во мне, талант, это мой мозговой, как бы, да, вот, скажем, потенциал, да, это мой талант, как в бизнесе. Я, идеи у меня просто всегда лезут с разных, как бы, да, я ловлю эти идеи, поэтому я не пропаду, но мне будет жалко, и мне хотелось бы, конечно, бизнес делать, я говорил об этом много, что у меня есть личная мечта, когда-нибудь, что у нас будет страна свободный Казахстан, демократичным страной, и мы когда-нибудь все вернем сюда, ведь многие бизнесмены, которые были вынуждены покинуть страну из-за таких преследований, из-за коррупционной составляющей, потому что у нас в Казахстане тотальная коррупция. И я бы очень хотел, чтобы все бизнеса вернулись в Казахстан, потому что экономику Казахстана никто не поднимет, как местные предприниматели. Их много таких талантливых, которые сегодня, к сожалению, находятся в Европе, в Америке находятся. И они все мечтают, они хотят вернуться в страну, потому что там огромный потенциал, неиспользованный потенциал. Но у нас есть одна проблема, это назарбаевский, токаевский режим, который они превратили в тюрьму. Просто и пока ты, вот, не знаю, там... Вот, не перейдешь, не пройдешь перед ними, да, как это казахи говорят, да, вот, не отслюнявишь им, то есть, поэтому, соответственно, экономика у нас будет только ухудшаться. Еще вот эти экономический коллапс мировой идет, он тоже повлияет, эти, вот эта вся, как бы, да, вот, пандемия, она все влияет, и, к сожалению, ударит самым больно, это ударит и уже бьет по обычным гражданам, поэтому шансов у режима усидеть, устоять нет никаких абсолютно, потому что это обычный такой вот, прагматичный подсчет, вот, не будет экономики, не будет этого режима. Вот, поэтому режим, как я рекомендую тому же Токаеву, Назарбаеву, его начальнику, рекомендую как можно быстро пересмотреть и вот, пойти на диалог с обществом. Нужно наладить диалог с обществом, и тогда не будет никаких революций, а будет идти нормально, и будет экономика развиваться. Соответственно, и даже и для них это будет хорошо, как это ни странно звучит. Но, к сожалению, такого диалога между обществом нет. И любой, кто начинает открывать рот для диалога, так сразу ему дубинка по голове. Да? Человек приходит такой, огромный верзила, в маске, в черной, как террорист, дубинкой бьет. Вот это сущность нашего сегодняшнего режима. И я против такого режима. Я не хочу, чтобы этот режим, как бы, ну, не хочу с ними идти по пути. Поэтому они должны просто организовать в стране нормальные выборы, которые у нас предстоят. Вот. И к этому отдельно я хотел отдельно разговор посвятить по поводу выборов. Но вот, и вот я считаю, что я, еще раз отвечая на вопрос уважаемого гостя, участника этой пресс-конференции, что я, ребята, не пропаду, да, а вот будет жалко мне Казахстан и будет жалко мне граждан Казахстана.
Можно будет чуть-чуть предысторию, раз уж такой вопрос был, значит, не все наши зрители знают вообще предысторию KSS Building. Это получается то, что происходит в последние дни, это не первая на вас атака по политическим мотивам. Такое же было уже, и поэтому вы были вынуждены подарить как бы компанию своим сотрудникам. Вы можете вот эту предысторию чуть-чуть рассказать, как вас преследовали, и что это не первое политическое преследование вас? Да, ну, как бы история началась еще в 2012 году. Вот, как я говорю, я учредил эту компанию в 1997 году. Компанию KSS, не KSS Building, а KSS. И учредил эту компанию. Вот, и эта компания очень успешно развивалась, очень много оказывала услуги. То есть, но однажды, вот, я перешел дорогу, в 2012 году я перешел дорогу, как бы, да, вот, в Западном Казахстанской области, вот, чиновником высшего ранга, да, акимом, замакимом, прокурором, вот, потому что это одна, как бы, да, вся система, одна казахстанская коррумпированная система. Я перешел им дорогу, вот, потому что я был активным защитником экологии, я им являюсь сегодня, но, вот, и поэтому я защищал экологию своего края, вот, эту историю, я об этой истории поделился на площадке TED Talks, и вот если ребята там хотят или кто вопросы задают, они могут зайти и послушать там. Я все это рассказал об этой истории. Поэтому, да, я перешел дорогу, и, соответственно, с этих 2012 года вот эти, как бы, ты попал в этот черный список, да, который не угоден режиму, потому что даже маленький какой-нибудь аким какого-нибудь аула, он все равно это является винтиком вот этой общей большой системы, которую построил Назарбаев. И, соответственно, они все, как бы, работают на них, на эту систему. Они главари главные. И поэтому, вот, ты, что бы ты ни занялся, займешься экологией, будешь говорить про экологию, ты коснешься политики. Ты коснешься качества дорог, скажешь, почему такие неплохие дороги? Это опять политика. То есть вся жизнь – это политика. Любую, возьми сферу бизнеса или сферу сервисных обслуживаний, экологию. Не знаю, ну, это все политика. И потому мы сегодня очень самая богатая страна, сегодня живем самой бедной страной. Вот, люди нищенствуют, людей даже нет лекарств. Это показало вот эту пандемию, этот пик пандемии, который у нас произошел, вспышка произошла вот в июне, в июле. Люди просто, государство бросило своих граждан, своих соотечественников, и люди просто умирали. Их просто даже не лечили, просто их складывали где-то в моргах, не знаю. И просто все, что хватало, люди просто уже хоронили своих родственников. Вот. Это показало на то, насколько режим проворовался, украли все деньги. А ведь мы самая богатая, номер один страна в мире по всем богатствам, полезным ископаемым. Мы должны жить, ну, Казахстан должен иметь свою работу. И вот, конечно, ты против этого выступаешь и говоришь, и все. Ты один раз попал в эту... Вот в этот их список, и все, после этого я это ощущал, и поэтому в 2016 году я передал полностью свою компанию, потому что вот самой главной целью, мишенью был всегда я, потому что я себя заставить молчать не могу, потому что моя внутренняя конституция, в отличие от казахстанской, она не меняется, она всегда одна и та же. Это свобода слова, это демократия, это право человека, это человеческие права. И я не могу с этим ничего поделать, и поэтому я знаю себя это, поэтому я сказал, нет, я тогда выйду из бизнеса, а пусть это хотя бы будет компания работать, и люди хоть будут от этого, ну, какую-то получать выгоду. И вот сегодня на дворе 2020 год, эта компания работает и развивается очень сильно. И поэтому это не нравится. И при этом я все равно свободный человек. Я все равно высказываю. И это режиму не нравится. И поэтому, вот, если вкратце так рассказать, вот, даже если режим по каким-то образом меня попытается засадить в тюрьму, даже если они меня заточат в эту темницу, я все равно стану свободным человеком. А они все равно будут преступниками. Это для меня это совершенно очевидно. Если кто-то, люди сомневаются в том, что ну нет, это же все-таки наш власть. Нет, это преступный режим. Назарбаевский, Токаевский и их
эти солдаты Масимов и сама Табиш, все, что в стране творят репрессии, это именно эта четверка. Это надо вещи говорить, ну, прямо в глаза всем, чтобы все казахстанцы знали об этом. Алло, Инга? Да-да-да. Ага. Ага. Какой-то, может, еще у кого-то есть какие-то вопросы? Пожалуйста. Еще вопрос вот мне написали. Будете ли вы дальше продолжать правозащитную деятельность? И есть ли у вас заявление в международные организации по поводу прессинга ваших близких людей? Да, ну, как бы такого официального заявления, да, однозначно я буду заниматься правозащитной деятельностью. Я вот даже выколол себе на теле Freedom Kazakhstan, это моя мечта, я никогда с этого не сверну. Поэтому я, конечно, буду до конца своей жизни заниматься правозащитной деятельностью. Я буду отстаивать не свои права, ребята, чтобы знали об этом. Я отстаиваю ваши права. Права ваших детей, будущее ваших детей. И поэтому для меня это цель жизни и смысл жизни, я буду это делать. А то, что, как бы, конечно, это правозащитная деятельность. Вот я никогда не прекращал этот фонд Freedom Kazakhstan. Он работает. И этот фонд будет помогать именно, он не мне будет помогать, он будет вам помогать. Тем людям, которые попадают под прессинг, подпадают под репрессии, подпадают, так или иначе оказываются в заключении у этого режима, в их тюрьмах. Конечно, это будет помогаться, буду помогать этим семьям по мере возможности. Сколько есть возможностей, я не говорю, что я богаче, у меня нет таких больших денег. Вот. Я самодостаточный человек, но вот для этого фонд как раз-таки он будет существовать на дотации, на пожертвованиях, да, вот, и я эти пожертвования буду направлять только для защиты наших казахстанских граждан, свободомыслящих граждан, потому что у нас друг, мы должны это сделать, мы должны сделать построить Казахстан свободной демократической страны. Как-то да. Так, Инна. Ага, и вопрос был, вы будете, да, в международные организации обращаться по поводу давления на ваших близких людей в Казахстане? Ну, пока, как бы, ну, адвокат работает, в Казахстане работают адвокаты, конечно, это полнейшее, это чудовищное беззаконие, то, что они вчера учинили, и все, что вот эти они там нарисовали, эти уголовные дела сфабриковали. Этот взбесившийся принтер, который печатает все уголовные дела против всех граждан Казахстана, свободных мыслящих Казахстана, это мы прекрасно знаем. Вот для меня это не новость. Поэтому, ну, все равно, как бы, вот для этого, как бы, и какую-то юридическую последовательность выполняет, конечно, все смотрю пессимистически, но тем не менее, мы должны, то есть адвокат должен делать свою работу, а такие прямые правозащитные организации я, как бы, у себя сделал на Фейсбуке заявление, да, я, как бы, обратился. Все-таки Facebook это тоже считается, ну, как бы официальным сайтом, и это считается официальным заявлением, это мое официальное заявление. Я обратился по возможности, да, и посольство Соединенных Штатов, и посольством различных европейских стран, демократических стран. Обратите на это внимание, не то, что там, я еще раз говорю, это атака не на бизнес, это атака не на меня, это атака на свободу слова, это атака на наши гражданские права, это атака на наши человеческие права. Это атака на свободу и демократию, вот, как декларирует Токаев с Назарбаевым. Но у нас ее нет, у нас есть диктаторский режим. И поэтому вот, посольства должны реагировать на такие вещи, и они должны говорить. Вот. Но если посольство, и я тебя реагировать не буду, я все равно буду действовать без них. Я буду бороться, я буду пытаться привлечь всех этих чиновников по закону Магнитского в Соединенные Штаты. Я добьюсь, чтобы эти чиновники, которые сегодня там посадили Аксата Жексибаева, Карата Клышева, Макса Букаева, Рона Табека. Я буду добиваться, это дело чести, я буду добиваться, что эти чиновники, которые их осудили, незаконно удерживают в тюрьмах, они будут обязательно включены в этот список Магнитского и будут объявлены, как вы знаете, сегодня
Европейский Союз объявил санкции против диктатора Лукашенко. И я мечтаю, чтобы эти европейские страны и Соединенные Штаты также туда попали. Назарбаев с Токаевым, Масимов, сама Табельш, которые устроили в стране массовые репрессии. Ну, как-то вот так. Рахмет вам за время. Коллеги, напомню, у нас была очередная пресс-конференция, у нас спикером был Барлык Миндагазиев, у нас на страничке будет сохранено видео, чтобы вы могли просмотреть и сделать материалы. Құрметті әріптестер, көрермендер, бізде кезекті баспасөз мәжілісі өтті. Бізбен бірге бизнесмен Барлық Мендігазиев болды. Біздің парақшамыздан видео сақтаулы болады. Қарап, материалдар жасасаңыздар болады. Жақсы аға, сау болыңыз, көрермендер. Сау болыңыздар. Жақсы.